друзья, вот давно вам не показывала своих птиц. Вы знаете, вот даже не пойму, мне кажется, что это уже еще какая-то другая птица, какой-то другой гусь. Вот не такой, как все вот эти. Он кричит по-другому. А вообще, покажу вам сейчас, вы посмотрите, сколько их здесь, этих гусей. Вот наступили благодатные времена для них, они пасутся на травке. Огромное количество этих гусей. И уже даже у них есть маленькие гусятки. Сейчас попробую вам показать. Вот смотрите. Сидит гусыня, маленькие гусятки. Вот не гусички. Два манюсеньких, видите, вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот такие маленькие. Они еще даже и ходят плохо, видите, сразу и садится. Тяжело ему на горку подниматься, а папа стоит, следит. И вот еще, посмотрите, четыре масюсюсечких. Четыре маленьких масюсенчика. Ой, какие классные, посмотрите только. Масюсенчики. И ведь никто их не трогает. Маленьких таких. Ой, нет, раз, два, три, четыре. Их даже пять. Даже пять. Вон там два. А этот пришел ко мне, хочет кушать. А я сегодня опять вот с бассейна иду. Ну ты его... Ах ты бессовестный. Только сказала, что никто не бьет. И на тебе. Толкает. Вот смотрите, какие пусики. Ну только посмотрите, какая прелесть, боже. И ведь они не боятся. Они плывут ко мне, хотят, чтобы я что-нибудь им бросила. Вот так. Ну вот, друзья, как говорится, в нашем полку прибывает гусей-лебедей огромное количество здесь. Как ни странно, у них мало совсем. Вот гусяток очень мало. Так, где опять пятый? Четыре, где пятый опять? А вон он сзади. Вот понимаете, мало гусяток. Уток обычно 7 или 9 утка высиживает. А вот гусятки, там вот 2 я вам показала, и здесь 5. 5 это очень много. Вообще, это, конечно, для них рай тут. И вот эти все гуси разноцветные. Даже там я видела 2 еще каких-то других гусака. Таких рыжих прибыло сюда. Вот они тут живут, поживают на нашем пруду. Ну вот, друзья, показала вам своих гусяток. Будем смотреть за ними, как они растут. Надеюсь, что вам также нравится эта прелесть, как и мне. Хотя, может быть, ничего особенного. А на этом я с вами прощаюсь. Всем доброго. Пока-пока.